Всем привет! После отдыха на природе у нас появилась возможность испытать карандаш для очистки посуды. Так называемые карандаши были заказаны на сайте AliExpress. Они представляют собой тысячи тонких металлических волосков, которые плотно соединены в пучок пленкой. Благодаря тому, что волоски очень тонкие, с помощью карандаша можно чистить поверхность любой посуды. Для большей эффективности посуду можно чистить под струей воды. Чтобы обезопасить кожу рук от повреждения металлическими волокнами, необходимо одевать перчатки. Карандаш неплохо очистил нагар с нашей посуды. Новых царапин на стенках не появилось. Отличный товар за небольшую цену. Ссылку на продавца я оставлю под этим видео. Другие наши обзоры смотрите вот тут. Всем спасибо за просмотр. Пока!